Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, драконьи коряги я забрал. Сегодня будем допроходить события. Надеюсь, у нас все получится, будет все топчик. И награда нас порадует. О, 94 руны. Ой-ой-ой-ой, там была хорошая штука. Блин, хорошая штука. 3 дня, 3 часа он будет выводиться. Обалдеть. Так, ну давай. Лети за рыбой. Тут понятно, тут как всегда тусклый интерь, блин. Самые дешевые дают мне. Так, ветрокрыл. Ну-ка, хватает у меня там? Хватает. Пускай летит. Так, древоруб. Куда? За деревом, куда еще-то? Не зря его звать древоруб. Пускай добывает нам древесину. Сарделечка. Ну, что-то мне тут. Тусклый янтарь, как всегда, да? Понятно. Тут шанс получить руны просто мизерный, ребята. Мизерный, но тем не менее нам дали руны. Че это такое? Увеличивают награды в приключениях. Нет. Я его хочу отправить в драконий край, пускай летит. Так, дело за Барсиком. Ну, тут... А вот тут интересно, что мне дадут. Либо руны, либо шестеренки. Но дают... Так, яйцо. На Костолома. Разместить. Пускай он там где-нибудь размещается. И мы отправляем дальше его в приключения нашего Барсика. Так, Кривоклык. Что здесь? Ну, хотелось бы, конечно, получить руны. Ну, спасибо, 7 штук. Хотя бы он сам себя оправдывает за приключение. Полетел, короче. И Громгильда. Что нам дает Громгильда? Тусклый янтарь, да? Яйцо водореза. Иди там в прятки поиграй с кем-нибудь, где-нибудь. А я пока... проверю свои, так сказать, владения. Так, этого за рыбой отправляем. Ну, этот пока пускай пасы здесь. Почему я вот креветок не отправил? Да ладно, вот это издевательство, а? Уже, это уже настоящее издевательство. Ты что такой прям, я не знаю, сопротивляющийся на прокачку дракона, а? Просто сопротивляется, не хочет он. Эти у меня еще не вернулись. Так, этот у меня погнал. Давай, 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 давай. За деревом, ты за рыбой. Ты тоже за деревом. Так, здесь вроде бы все. Ну что ты там кричишь, ругаешься? В экран прям лезет. Такой здоровый. Так, за деревом. Мало ты что-то приносишь мне как-то вот, вот. Мало ты мне приносишь ресурсов. Сколько ты там требуешь? Обучить. Обучить надо, ребята, этого парня. Пускай летит. Я знаю, что я очень много железа отдал за его обучение, но с этим ты все равно ничего не поделаешь. Так, 100 железа. Гнездо. Опа, интересное яйцо, ребята. Интересное там гнездо. Ой, гнездо, яйцо было. Такого я ни разу еще не видел. Так, здесь тишь да благодать, да? Давай вперед за рыбой. Ты за... Ты постоишь. Я тебя отправлять никуда не хочу, потому что ты очень мало приносишь. А этот еще не вернулся, да? Ну что, тогда... Кто у нас там еще? Забираем. И отправляем. Где у нас там это? А, даже шлем еще на откатке. На откатке он, друзья мои. Так, у Йохана... Фиг, подожди.
Эксклюзивный сыровар. Сыровар, друзья мои. Ай, сколько мне тут еще надо всего? Блин, пипец какой-то. 30 этих. Ну, не 30, конечно, 23. Этих нужно 25. Эти... Где эти когти? Вот где эти когти я найду? А это что у нас тут? Повысить уровень громорога на 5. Поищите нюха горба на тупиковом острове. Выполните обмен. Выполните обмен великого смутьяна 2. Не понял. Это обмен на великий смутьян. Нам не хватает вот этих двух жетонов. И 24 вот эти вот горшка. Обмен на зеленую смерть. А почему какой-то обмен? Что-то я не могу понять. А что за обмен? Зачем он нужен? Что он нам дает? Обмен. Непонятно. Выполните, говорит, обмен. Странно. Так, ну что мы там получаем с тобой? Загадочный пак. Давай заберем его. Шепот смерти, крылатый ужас, ужасное чудовище. В общем, такая себе награда. Ага, открываем последний наш загадочный. Вот точнее редкий пак. Кревет, костолом, крылатый ужас, громоль, чудовище, громобой защитник, ищейка. Все. Паков больше не осталось. Здесь вот надо забрать загадочный. Громобой, древоруб, шепот. Ну и ресурсы. Да отказывайся, точно. Так, что тут? Да блин, обмен, это обмен. Вот, дай мне мой блестящий янтарь. Обменяйте 2000 единиц тусклого янтаря. Обменяли. А есть у нас еще? Есть. Ну, все вроде бы здесь. Ага, ага, беззубика. Беззубика не отправил. Так, что у нас там? Макарек. Пощите нюха горба. Пускай идет и ищет. Нюха горб. Поищи, пожалуйста, мне этого нюха горба. Да-да-да, отправьте беззубика, отправил. Ну все, друзья, вроде бы по этим определились. Теперь давай завершать вот это вот задание. Это событие. И я надеюсь, у нас получится. Ну, по три волны, конечно, жесткое. Жесткое, тут ничего не скажешь. В данный момент две волны. Начинается у нас с ужасного чудовища, который ходит первым. Который у нас ходит первым. Так, сейчас опять сюда же хрумкать начнем, да? До свидания. Ё-просте. Ёк-макарёк. Что это? Ага. Самый бесевый, это, конечно, здесь, это, друзья мои, громы. Вот этот вот зелененький. Во-первых, он свои фаерболы любит разбрасывать. Это раз. Вот, а во-вторых, я не знаю, что вот этот делает на масухе. Ёк-макарёк. И пришлось, ребята, использовать, иначе... Иначе вот этот бы ханорик 100% бы его добил бы. Опасный, значит, типок вот этот вот. Очень опасный. Сейчас опять, да? Смотри, как жарит. Просто полюбуйся. Просто бомбит.
Не по-детски. Что ты сделал, Рей? Вот что ты сейчас сделал? Давай хотя бы слепоту возьмем. О. Слепота нас выручила в данный момент. Все, ребята, этого мы прошли. Отлично. Ну что, колесо. Колесо крутанули, древесину мы забрали. Также мы забираем загадочный пак. И переходим уже на мини-босса, ребята. Мини-босс, после него забираем пак, который содержит новичков. И... А награда здесь что у нас? Три янтаря, да? Три волны, ребята. Три блестящих янтаря награда здесь будет у нас. Два стража, поэтому... Хотя надо было, наверное, бомбить Костолома. Все, я их понял. Они, значит, решили мне... Убрать с поля боя. Так. Моего штормореза, да? Я так и понял, что у вас это в планах тут стоит. Добивает вахламона. А этот сейчас будет глушить. Так, я думал, что сюда он ударит, но нет. Немножечко ошибся, ладно. Так, кривоклык отошел. Хильнем тогда. Хильнем, это первая только лишь волна. Поэтому я очень аккуратненько, ребята, трачу, как говорится, свои ресурсы. Массовую, наверное, пока не стоит тратить. Так, водорез просто ударит. Этот, наверное, фаербол сейчас выпустит. И смотри, куда они все выпускают. Вот вы жучары, а. Вы просто жучары. Да ну нафиг, хорош. И что дальше? И это на мини-босса мы должны идти, да? Блин, почему я... почему я думал, что у нас получится, а? Друзья мои. А нифига не получилось. Без хила-то очень-очень паршиво, ребята, без хила играть. И к тому же, блин, раньше всегда получал звездюлей Барсик. Чего поменялось, блин? Поменялось то, что они мне начинают выносить. О-хо-хо-хо-хо. Тут я не знаю, ребят. Два водореза. Они сейчас просто начнут себя отхиливать постоянно. Нет, я, конечно, могу. Так а что мне это даст? Ну, давай. Это глушить будет. Ой, надо было на него вешать, ребят. Ай, как неприятно-то. Ну. Что-то мне подсказывает, сейчас меня тут закромсают. Придется брать груши, друзья мои. Три штуки все. Всего лишь три штуки. Ну ты посмотри, ну как тут я должен с ними бороться, ребят? Ну вот как? У меня слив сейчас будет очень жесткий. Мне хотя бы одного говнюка забомбить. Ой. Это называется, блин, атака. Это-то я добью, ребят. Это я добью вот этого вот гаврика. Ну. Он специально, гаденыш, блин, так не делал. Так, ну-ка.
А этот сейчас сделает массовую атаку. Что с ними не то, ребят? Ну, с разбега, пожалуйста. Ну, звездонит из своего. Да не хочет он бегать. Не хочет он, ребята, делать. Он сейчас это сделает, да? Ага, ага. Ну-ка. Жестко. Жестко, но пока нормально, ребят, пока терпим. Но все равно столько потратили. Руны потратили. Ради чего? Вот всегда на этом событии, ребята, мы тратим больше, чем зарабатываем. Всегда. Вот я заметил. Готовь сани, блин. Летом. Ну, мы его завалим, понятное дело, ребят. Что ему кранты. У нас очередное колесо, где мы зарабатываем с тобой. Да ладно, спасибо огромное. Ну, хоть плод мудрости, 3 штуки дали. Хоть что-то. Так, ну что, пак, который содержит новичков. Громобой, кревет, душитель и все. Так, у нас обычный бой, потом мини-босс и уже босяцкий. То есть, это событие мы пройдем сегодня. Так, опять музло куда-то исчезло у нас. Ну, сколько? 3 волны? 3 волны. Давай, наверное, вжарим сразу же. Ах, а могли бы его добить. Ладно, здесь покончено. Опять этот жевастик здесь, сколотряс. Я уже не знаю. Давай так попробуем. Престиголовый. Ну, что ты там будешь делать? Он повышает себе атаку. Я не знаю, правда, зачем. Ему это все равно не поможет. Воу-воу-воу-воу. Тише, ты что творишь? Ты что вытворяешь мне здесь, а? Выплясывает у меня тут пируэты. Ты полюбуйся на него. Да, он, конечно, жарит, ребята, массовая атака. Не так, конечно, сильно, как можно было бы. Но неприятно. Почти половину хп он отнимает, как бы. Раздражитель такой, знаешь. Так, давай его укусим. Потом я, наверное... Ай-яй-яй. Ай. Понятно. Не нравится, да? Не нравятся ему хилы мои. Ну, давай что-нибудь там делай уже. Да ты отцепись ты от него, а? Вот так вот. Давай дальше посмотрим, что нам выпадет здесь. Древесина. Так я и понял. Ну что, очередной у нас мини-босс, ребят. Очередной. Сколько волн? 3 волны и начинается с 3. Офигеть, причем, ну ты видишь, кто здесь. И креветы, блин. И чудовище тут же лезет. Как вот тут можно, ребята, с ними тут совладать? Со всеми. Этот еще к тому же усилился. Зашибись. Специально, ребят, сюда поставил слепоту. Да вы издеваетесь, а? Вы вот сейчас вот просто издеваетесь. Хотя бы сделаем так. Отлично, ребят. Минус 1. Давай креветушка или что-то там. Давайте помогу немножко. Ослаблю этого чудика, чтобы ты бомбанул. Бомбанул. Тогда мы тебя убираем отсюда. С поля. Фаербол, ребят, ожидаем.
хил. Он решил хильнуться. Так, вот этот вот пристиголовый бесявый. Поэтому надо будет с него начинать. А, так это мини-босс. А почему здесь уже мини-босс делает? У меня такой вопрос возникает. С какого припуга здесь вообще делает мини-босс? На второй-то волне. Как бы они обычно на третьей там тусуются. Давай так попробуем. Через хил добью. Нормально. Так, кто-то сейчас что-то сделает. Угу, понижает атаку. И этот понижает атаку. Серьезно? Ушатываем. Фига себе. И у нас по всем, ребят, пониженная атака. Обалденно, потому что это стражи. Стражи порядка твою налево. Ну, понятное дело, что в первую очередь попробуем убрать громобоя. Они мне барсика прессуют. Подожди, а потом кто ходит? Этот ходит 4 энергии, да? Четыре энергии. А он делает на 5. Он делает на 5. Фух. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, слушай, это еще нормально, ребят. Еще легко отделались. Так, этого ушатал. Поехали. Кусаем. Ты будешь делать что-нибудь, а? Он, ребят, специально, вот смотри, он специально. Твою налево, блин. Да, конечно. Держи карман шире, блин. Тут надо подлавливать. Офигенно траты, ребята. Обалденные просто затраты у нас идут. И что? Окей, допустим. Так, в слепоту, ребята, выберем. Нафиг, нафиг нам не нужны никакие неприятности. Пускай там. Ах ты, жук-то навозный, он даже не стал делать. Тогда бомбим его со скоростью света. Пропустил ход почему-то. Но трать. Ну тогда тебе хана, пацан. Ну что нам там выпадет? Рыба? Да, рыбка. Ребят, последний поединок у нас сейчас будет. Так, содержит элитных. Кревет, шепот смерти, громыль, шторморез, злобный змеевик, ищейка. Что-то она в последнее время подкидывает очень много ищейки. С чего вдруг, непонятно. Ну что, сколько волны? Надеюсь, две не надо там три. Ёк-макарёк. Две волны. Но тут сразу начинается, ребята, с мини-боссов. И стальной капкан еще здесь. Офигенно. Просто обалдеть. Насколько я помню, этот ханорик очень сильно жарит. Успею ли я его разобрать? Не факт, друзья мои, не факт. Сейчас влупит. Ну и что, сдаваться теперь, что ли? Я не знаю. Да я не пройду этим отрядом. Ну, смешно, ребят, просто смех. Он сейчас что сделает на фулке? Ну, понятно. Зашибись. Еще и за медляху повесил.
Ну что, я сфейлился, получается, ребят? Этот меня пропишет. Он уничтожен. И надо сдаваться, наверное. Нет, сдаюсь, ребят. Это фигня получается полная. Просто ушатывает. Я хотел, я пытался, ребят, его обмануть. Может быть, конечно, надо было, когда кривоклык ход у него был. Вообще, стоит ли мне вот это вот тратиться ради того, чтобы получить 3 тусклого янтаря? Одни траты, блин. Ради какого-то вшивого янтаря. Если только из принципа. Короче, ребят, давайте. Будем... Когда у нас пойдет атака на кривоклыка, мы просто сделаем с тобой слепоту. Ой, блин. Теперь получается, здесь надо ставить слепоту, раз уж такое дело. Что-то стальной капкан запарил уже, а? Вот, вот, молодец, красавчик. Тут хорошо получилось. Фаербол. Так, ну давай, жихивай его. Молодец. Так, он, опять же, на массовый... Это сейчас себя пробафает. Ну да, он бафает себе. Мне главное, чтобы он никого не уничтожил. Он сейчас хрумкнет кого-то. Наполовину здоровья. Просто один укус, пол здоровья, ребят. Ёпрс, это еще не легче. Еще не легче, блин. Да, и они еще и пробиваются фиг там. Жестко. Так, нам надо брать кого-то. Давай вот этого возьмем. Ёпарасоты, а. Уклонение сработало. Вот. Вот так-то оно будет поэффективнее, получше, блин. Так, ну у нас... Так, тратимся. Тратимся и ставим сюда же, да? Потому что этот под усиленной атакой. Этого мы добьем сейчас. Нельзя позволять, ребята, фул энергию им набить. Иначе это будет такой шок-разряд, что... Мама, не горюй будет. Они бьют электричеством очень жестко. Вот этим вот. Вот этим вот. Он хоть и не попал, но он нам сжег почему-то энергию. Ладно, может быть, оно того и стоило, ребят. Но это, конечно, очень бесяво. Все, ребят, прошли события с огромными затратами. Ну что, последнее колесо. Дают нам тут рыбу. Ну и забираем наш... умопомрачительный блестящий янтарь. Аж 3 штуки, блин. Красавцы. Ладно, давай откроем пак загадочный, что нам там. Как всегда, стандарт: крылатый ужас, шторморез, дымодышащий. Вот, в принципе, и все. Так, у нас рыбы. У нас и рыбы много, и древесины. Поэтому надо кого-то отправить за железом.
Так, 132, 125. Так, ты пойдешь так, а ты пойдешь вот так. 490 у меня не хватает. Хотя, подожди, 430 все равно не хватает. 450 надо рыбы. Эх, можно было бы его, конечно, на прокачку было бы отправить. Но не хватает, опять же, ресурсов, друзья. Ищейка. Побежал, побежал со скоростью света тренироваться. Беги и ты тогда тоже. Какой уровень у нас? 84-й, Розу ветров. По-моему, всех отправил, да? Кто у нас там еще остался? Кто у нас более-менее добывает ресурсы? Все, кто добывает у нас более-менее ресурсы, по-моему, уже, ребята, добывают их. Давай за рыбой. Эти у нас не вернулись еще. Все. Все, друзья мои. На сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.